Всем привет, добро пожаловать. Я только что приехала из продуктового магазина здесь, в Саратове, и через несколько минут я вам расскажу, почем продукты в Саратове, цены. Так, вот мои покупочки, скажем так. Купила все, что, ну, скажем так, необходимые. Необходимые продукты. Сейчас вам буду рассказывать, почем. У меня чек. Так, это я купила все в магазине Реал. У нас есть такой супермаркет. Кое-что также супермаркет Магнит, я думаю, во многих городах есть. Так, сейчас расскажу, какие цены здесь у нас в Саратове, почем это все продают. Значит, так, масло подсолнечное. Вот такое, 61 рубль. Шампиньоны. Вот они у нас, шампиньончики. Так, это получилось на 65 рублей. 64,50. Это где-то 125 рублей килограмм. Так, батон. Вот какой у нас батонище. Немецкий батон. 33,50. Вот такой батон. У нас область сельскохозяйственная, поэтому хлеб, какого только хлеба нет, очень свеженький, прям только что сделали. Вот мы сегодня решили взять такой вот большой батонище. У нас и поклеванный, и черный, и французский батон. Этот батон немецкий. Так, конфетки. Вот решила я такие конфетки взять. 250 грамм. 25 рублей, 27 копеек. Это какая-то вот фирма, не знаю, первый раз беру. Каждый день она называется. Нет, так она что-то, наверное, специально для Реала такое делают продукцию. Так, дальше у нас, значит, идет молоко. 28,30. Молоко это тоже местные производители, так как, опять же говорю, у нас сельскохозяйственная область. Очень много различной кисломолочной продукции производится. Вот это произведено комбинат Энгельский, Саратовская область. В Энгельсе очень хорошая продукция, мне она очень нравится. Также вот, по-моему, сметанка тоже Энгельская. Так, вот почему у нас сейчас сметанка? Сметана 30 рублей 50 копеек. Вот тоже это очень хорошая, вкусная сметанка, нравится мне это. Так, значит, дальше будем, по списку я делаю, чтобы ничего не забыть. Так, чай черный, вот он у нас чай. Так, этот чай 33 рубля 12 копеек, тоже это каждый день, но это, по-моему, это Московская область производит, тоже для магазина, магазин Реал. Так, колбаса краковская, тоже это Филеева, я так насколько поняла, что это тоже наш местный производитель, тоже город Энгельс. У нас очень большой выбор колбас и различных, ну, различные разные колбасы, копченая, это вот краковская полукопченая колбаса. Тоже очень большой выбор, очень нравится Филеева. Так, дальше, значит, тут икромоевы. Можно купить. А, колбаса стоит 110 рублей 99 копеек. Так, ну это вот она 110 рублей. Сейчас, это здесь сколько? 422 грамма вот она. А так получается, колбаса, я так понимаю, наверное, 263 рубля, 263 килограмм, 263 рубля килограмм стоит. Ну вот 422 грамма на 110,99 вышло. Так, я продолжаю. Икра мойвы. 58 рублей. Крамоевый с лососем. Так, дальше. Сыр российский. Вот. Ну, так, такой простенький сырок, можно сказать. В основном беру вот так, знаете, добавлять на вермишельку, там посыпать на пиццу. Так, вот 77 рублей 62 копейки. Это 0,294 грамма. 294 грамма. А так килограмм стоит 264 рубля. Килограмм, вот он такой сыр, российский сырок. Ну, как бы пойдет тут вот именно на пиццу, то есть я как бы сыр вообще не люблю, а вот именно люблю расплавленный на пиццу добавлять, там вермишель сыпать. Очень калорийно, но иногда можно позволить себе такое. Так, значит, дальше сахар, песок. Сахар стоит где-то 28,50 килограмм. Масло сливочное. Так, где оно у меня? Масло сливочное. Вот. Масло сливочное Простоквашино. Это, по-моему, тоже Московская область. Это не наш производитель. Но 45 рублей стоит масло сливочное. Так, дальше у нас идет цыплята. Вот, значит, почем у нас курочка? Цыплята бройлер.
84 рубля килограмм, вот я взяла, а так это вот у меня вышло здесь на килограмм 462, 122 рубля, так 84 рубля килограмм за курочку. Так, ну тут же вот купила я еще свининку, окорок свиной, бескостный, охлажденный, 220 рублей килограмм, вышел тоже на 382,80, кило 740. Вот такая свининка, можно у нас купить по такой цене. Так, дальше, ну, лимончики вот я прикупила здесь, такие хорошенькие, вкусненькие. Надеюсь, не толстокожие, иногда бывает толстокожие попадают. Ну, это тоже неплохие. Так, значит, за килограмм 74 рубля килограмм. Ну, вот у меня вышло на 33 рубля 446 грамм, а так 74 рубля килограмм. Так, что еще, значит, у нас персики. А, сырок детский. Вот сейчас пока у меня идет по чеку, чтобы не забыть. Вот он такой, сырок творожный детский. Тоже кто производитель у нас? Не знаю, наш производитель. Да, это вот уже, это тоже вот город Саратов. Тоже такой неплохой творожок детский. Значит, сырочек. 18 рублей, 100 грамм. 18 рублей. Персики. Можно повитаминизироваться немножко. 57 рублей килограмм. 57 рублей. Так, значит, это было то, что я купила в Реале, то, что я купила в Магните. Так, в Магните я купила виноград. Вот, виноград я купила. Так, что-то я, цены я сейчас не вспомню. Ну, в общем, по-моему, там 80 с чем-то рублей килограмм. В общем, вот этот у меня кулечек вышел на 664 грамма. Вот он такой. 664 грамма, где-то 52 рубля 79 копеек. На базаре, по-моему, можно подешевле купить. А соду, ну, сода простая пищевая. 15,60 она у нас стоит. И, в общем, мы любим сухарики вот с молочком. С изюмом вот они очень хорошо идут. 300 грамм. 51, нет, это за 2, я купила 2, 51,80, вот эти две пачечки, у меня 51,80, получается там где-то 25 рублей с копейками. Очень хорошие сухарики, не знаю, кто производит, сейчас посмотрим. Это город Волжский, хлебокомбинат Волжский, нравятся мне сухарики. Так, ну, это, наверное, все. А, еще яйца, вот еще хотела сказать, яйца. Ну, в разные цены, в разных магазинах, на базаре. Ну, где-то от 35 рублей за десяток. Вот, 35 рублей десяток. Вон там, покрупнее, там где-то 38 рублей. Итак, конец августа, 2013 год. Начался сезон перцев, кабачков, баклажан, которые лично мы любим запекать в духовке в разных вариациях. Сейчас я расскажу коротко о ценах на овощи, купленных в одном из саратовских рынков. Итак, значит, вот кабачки, вот такие у нас кабачки, за килограмм от 10 до 15 рублей. Баклажаны за килограмм также от 10 до 15 рублей. Перцы, вот такие мясистые перчики, от 20 до 35 рублей за килограмм. Огурчики, такие тоже маленькие, хорошенькие, сладенькие, не горькие. Ну, тут от 25 до 40 рублей за килограмм. Можно так. Так, дальше помидорчики тоже такие. Так, ну это розовые помидоры. Они разные, как бы, сорта, да. Но вот розовые где-то до 40 рублей доходит килограмм. Ну, а красные уже, это уже не красные, а, ну, другой сорт, где-то от 20 рублей за килограмм. Так, зелень вот такой пучочек. Так, стоит он у нас, ну, где-то 10-15 рублей. 10-15 рублей пучок зелени стоит. Так, ну и основное, как говорится, то, что самое необходимое, картофель. Где-то от 15 рублей, тоже разные сорта бывают, ну где-то такие расценки, от 15 рублей за килограмм. Лук от 15 рублей за килограмм, ну и морковь сейчас где-то от 20 рублей за килограмм.
Вот такие расценки на овощи у нас в городе Саратове на август 2013 года. Ну, это конец августа уже, считайте, уже сентябрь. Вот он. Прям через пару дней. Ну все, спасибо за просмотр. Всем пока.